Цифровое деловое пространство переходит в режим онлайн. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Подробности прямо сейчас. Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что проект «Цифровое деловое пространство» временно переходит в режим онлайн. Речь идет о мероприятиях, запланированных с марта по май. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что проект запускает серию деловых и познавательных онлайн-событий. Прямые трансляции будут проводиться с 25 марта. По информации издания, каждый желающий сможет задать свой вопрос спикерам или пообщаться с участниками в онлайн-режиме. Для этого можно будет использовать компьютер, планшет или смартфон. Пока это все. Еще больше новостей из жизни российской столицы и не только доступно на сайте mymsk.online. Всего доброго!